Приветствую зрителей и подписчиков моего канала, это канал AlexonPlay. И мы начинаем новое прохождение в моде Кайзер Дукс Кайзер Рейх Экспэншн за Королевство Канаду. Тут ее недавно обновили, ну как недавно, несколько недель назад. Обновили ее существенно, реворкнули, изменили пути, добавили больше фокусов, намного интересных, намного больше интересных путей. Ну и сегодня мы поиграем за Канаду, но сегодня мы в этой кампании, в нашей первой кампании за Канаду, мы либералов приведем к власти. Сильные и свободные у нас будет страна. Поэтому я думаю, что либералы избраны пока возьмем. Националистов как-нибудь сыграем потом. Ну, то есть потом смотрите, когда мы отыграем либералов, я проведу потом голосование, когда мы будем играть уже в следующий раз, там по поводу кто будет тори, это консерваторы, либо националисты будут, либо правительство социального кредита. И либо абсолютизм, либо новая империя, абсолютная монархия с домом Виндзоров. Но для начала все-таки давайте отыграем классический путь, либеральный. Вот. Ну и давайте посмотрим, что же изменили в Канаде. Ну, во-первых, портрет Георгу Пятому изменили. Потом добавили одну фичу, что тут есть и канадский премьер-министр, и есть британский премьер-министр Соединенного Королевства в изгнании. Дуглас Хок на данный момент. Теперь он тут появился. И скорее всего он будет тоже меняться. Возможно. А может быть и нет. Пока я, если честно, не знаю, будет ли он меняться от выборов. Хотя нет, видишь, он авторитарная демократия. Значит, он меняться будет, наверное, только в Британии, когда мы уже вернемся. Поэтому пока не знаю. Ну, посмотрим, ладно. Пока не будем загадывать. Ну и вот есть у нас премьер-министр. Вот так вот. Также добавили баланс сил. Вот эту вот новую механику, которую добавили парадоксы в новом дополнении. Ну и разработчики Кайзер Дукса решили тоже это добавить. Правительство изгнания. Такая есть в России вещь, фича. Но она там только не на постоянку, а только если конфликт Сената и Думы возникает. А здесь же он будет на постоянку. Здесь же это на постоянку будет. И нам придется с этим всю игру как бы работать. Но пока мы, наверное, не вернемся. В общем, тут баланс либо к канадскому правительству, либо к правительству в изгнании. Ну, естественно, так как мы играем за правительство, стремимся вернуться домой, то все-таки будем, естественно, стремиться к правительству изгнания. На данный момент равномерно все. Ну вот. Стабилен в данный момент. Но вот можем поддержать британских изгнанников. Поддержка изгнанников. Британские изгнанники занимают видное место в королевстве Канада. Раз в год король Георг V имеет возможность дать им указания, куда они должны направить свои усилия по его поддержке. Вот. Это направит британских изгнанников либо на увеличение собственного влияния, повышение популярности короля, укрепление политической власти и стабильности в стране, либо построить завод за пределами страны. Каждый из них либо длится год, либо требует года для вступления в силу. Во всех случаях, кроме британских изгнанников, увеличивающих свое собственное влияние, уровень их влияния расходуется. Ну, как бы действует в течение 70 дней, 70. Ну, ладно. А, подожди. По завершению влияния британской знаки будет уменьшиться. С
смысле будет уменьшаться? Мы же как бы поддерживаем изгнанников, нет? Правительство изгнания сдвигается на 5. А. Руководство британскими изгнанниками. В настоящее время изгнанники заняли видные места как в правительстве Канады, так и в корпоративном секторе. Они готовы поддержать короля Георга в течение следующего года любыми средствами, которые он сочтет необходимым. Так, пусть они работают над увеличением своего влияния, но вообще надо бы. Они должны помогать правительству Канады. Нет, вот это не надо. Ну, фабрику тоже пока не будем. Давайте сначала будем увеличивать влияние. Вот это вот мы выберем. А, вот, теперь будет увеличиваться, понятно. Все, я понял, разобрался, как все это будет работать, окей. Также давайте почитаем. Георг V, угасающий король. Нам стабильность минус 5 забирает, скорость восстановления дивизии минус 5%. Но он скоро умрет. Король-император, как он себя до сих пор называет, правил Британской империей 26 лет. Он зашел на трон в 1910 году на пике славы своей империи. Империи, над которой никогда не заходит солнце. Но его правление следовало за быстрым упадком мощи Британии. Поражение Вельткриги, потеря его младшего сына Джона и потеря самой Британии в совокупности сломили большую часть духа Георга V. Его здоровье также ухудшилось после полета в Канаду, которую Джордж в частном порядке называет «холодной тюрьмой». Он потерял всякий интерес к участию в делах королевского дома, делегировал такие церемониальные обязанности своему сыну, принцу Эдуарду. Сейчас он живет только ради возвращения в Британию, но эта перспектива с каждым днем тускнеет. Вот так вот. Также у нас премьер-министр Соединенного Королевства изгнания Дуглас Хок. Также есть у нас Чарльз Эвери Даннинг, премьер-министр, но уже канадский на данный момент. Партии у нас прогрессивные либералы, либеральная партия Канады, прогрессисты, идеология партии социал-либерализм, глава правительства Георг V, глава государства популярность 19%, но она падает эта популярность. Ну а мы будем проводить либеральную партию Канады, рыночных либералов. Вот. Также давайте посмотрим нацдухи. Дебафы нам дает англо-французские разногласия. Небольшие дебафы. Но это по поводу Квебека. Большая часть франко-говорящего населения расположена в Квебеке. Между квебекцами и англоканадцами нарастают разногласия из-за слухов о подготовке Антанты к новой войне. Из всех канадцев франко-говорящие квебекцы агрессивней всех сопротивляются призыву в армию, аргументируя это нежеланием умирать в ненужных им войнах за ненужный им народ. Вот так. Также у нас крупный дебаф. Это Великая депрессия. Фабрики, производящие товары народного потребления 20%. Скорость строительства минус 20%. И объем заводского производства минус 20%. Вот от этого нам в первую очередь надо избавляться. И хотя Канада восстанавливается от последствий кризиса быстрее, чем свой южный сосед, ее экономика сильно на нем связана и не сможет восстановиться раньше, чем восстановится экономика США. Но стоит признать, что дела довольно быстро идут на поправку, а полное восстановление является лишь вопросом времени. Ну, будем надеяться. Центр разрыва. Ну, тут как и бафы дают, так и дебаф. Хотя, на самом деле, больше дебаф, потому что тут поддержка авторитарной демократии, патернализма, национал-популизма. Поддержка войны плюс 2, конечно, но это не так важно. Стабильность минус 6. И прирост политвласти у нас забирают. Британская революция вызвала большие страсти у тех, кто потерял свой дом, и винит в катастрофе, охватившей Британию, неудачи либерализма. Если король Георг V поддержал правительство, то его наследник принц Эдуард был гораздо менее компромиссным, по слухам участвовал в деятельности радикальных групп. В глазах многих Канада становится все более авторитарной, а британские изгнанники направляют Тори дальше в авторитаризм. По мнению изгнанников, демократия и свобода не имеют значения по сравнению с возвращением родных островов.
разделенная нация. В стране существует раскол между консерваторами и британскими изгнанниками, которые надеются заставить империю готовиться к войне в Европе, и либералами Маккензи Кинга, которые ставят суверенитет Канады на первое место и не хотят втягивать страну в катастрофическую войну. Есть надежда, что предстоящий выбор решат этот вопрос раз и навсегда. Либералы хотят, хотя их срок полномочий составляет всего 2 года, похоже, не в состоянии решить эти многочисленные проблемы к удовлетворению канадцев, что заставляет многих задумываться о возможности беспрецедентных досрочных выборов из-за непопулярности премьер-министра Даннинга. Либералы, скорее всего, не смогут победить. Ну, прогрессивные либералы точно не смогут победить, а вот либералы рыночные могут и победить. Британское правительство в изгнании, британский премьер-министр в изгнании, Дуглас Хок. Ну, в общем, тут забирают у нас немного политвласть. Уменьшить прирост населения плюс 3, скорость восстановления дивизии плюс 3, стабильность плюс 2, поддержка плюс 3 войны. Стабильность плюс 2. Но я думаю, что этот нацдух будет улучшаться. Когда Великобритания пала в результате революции, британское правительство переехало в Канаду. Создание Королевства Канада привело к созданию личной унии между Великобританией и Канадой, в то время как канадское правительство продолжает возглавлять. Почему музыки нет? В то время как канадское правительство продолжает возглавлять премьер-министр Канады и король, британское правительство продолжает существовать и осуществлять власть, несмотря на то, что не контролирует саму Великобританию. Вот так вот. Ну вот, да, Чарльз Эверетт Даунинг, Даннинг у нас глава правительства, корпорат, дает объем заводского производства плюс 5, влияние на торговые сделки плюс 5%. Но забирает немножко политвласти у нас. Дуглас Хок у нас британский министр, авторитарной демократии, старший юрист. Он нам как раз дает политвласть и стабильность плюс 5, неплохо. Ну и Вильям Леон Маккензи Кинг, министр экономики, рыночный либерализм, административный гений. Но очень хороший министр экономики. Сохранение эффективности производства плюс 10, максимальная эффективность производства плюс 5. Ну и Эрнест Лапойнт, министр внутренних дел, рыночный либерализм, молчаливый адвокат, стабильность плюс 10, скорость роста подчинения плюс 10%. Также есть командующий армией Артур Кюри, получаемый опыт армии и ежедневная атака дивизии плюс 10% нам дает. Неплохо, неплохо. Также можно посмотреть по поводу партии. Имперская партия единства – это националисты. 10% популярности. Дом Виндзоров. Патерналисты 2% имеют. Авторитарные тори имеют 1%. Тори консервативные, социал-консерваторы, имеют 29% популярности. Либеральная партия Канады. Рыночный либерал 31% популярности. Правящая на данный момент партия, либеральная партия Канады, прогрессисты. У нас тут 19% имеют популярности социал-либералы. Также есть социал-демократы, кооперативная федерация Содружества, 2% занимают популярность. Потом есть радикальные социалисты, 1%. Один большой союз синдикалисты, 1%. И тоталисты, коммунистическая партия Канады, 1%. Вот так вот. Такие дела. Ну и, конечно же, мы возглавляем Антанту. В Антанту входят, естественно, наши друзья и союзники, французики, с Питеном во главе. Южная Африка, но они могут свалить. И Южная Родезия еще у нас. Также Индия, конечно же, и Австралазийская конфедерация. Вот так вот. И забыл, еще главный союзник небольшой. Это Вест-Индийская федерация. Тоже прекрасно. Вот такие вот у нас друзьяшки. Ну что ж, давайте уже начинать, а то прям затянулась уже серия. Но это вводная серия, поэтому это логично. Сегодня мы приведем просто либералов к власти. Все. Постараемся.
Вот. Ну что ж, всем желаю вам приятного просмотра, а мы начинаем. Текущая ситуация. Прошло 10 лет с момента распада Великобритании в 1926 году. И за это время король, остатки британского правительства и более миллиона лучших и самых ярких и богатых людей империи бежали в Канаду с явным расчетом на то, что вскоре будет начато вторжение, чтобы вернуть родные острова из-под синдикалистских захватчиков. Однако быстро выяснилось, что синдикалистская позиция оказалась сильнее, чем ожидалось. Ранние визиты были отклонены, и в последние десятилетия Британский Союз укрепился и укоренился. Изгнанники, как их называют в Канаде, в это время остались в безвыходном положении, полной решимости вернуть свою родину, но столкнувшись с политической реальностью, что этого, возможно, никогда не случится. Однажды скоро. Ну, мы будем надеяться, что случится, мы будем стараться. Политическая ситуация. Хотя вначале канадцы были встречены с распростертыми объятиями, представление о том, что это может быть долгосрочным соглашением, становилось все более неприятным. На тех, кого считали ответственным за крах и последующую неспособность исправить положение, указывали пальцем и возлагали вину, а недовольство изгнанниками, которых считали высшим классом в Доминионе, а также стоящими над законом, росло. Либеральное правительство Маккензи Кинга рухнуло в 1926 году, на смену ему пришло почти 10 лет непрерывного господства консерваторов при помощи изгнанников. Сам Маккензи Кинг был замечен Чарльзом Эвери Даннингом на посту лидера либеральной партии, которая определила себя с новым акцентом на фермеров и обещанным акцентом на суверенитет Канады и удержание британского правительства в изгнании на расстоянии вытянутой руки, вместо того, чтобы вести себя так, как будто в отношениях ничего не изменилось. Подпитываемые недовольством изгнанников и неправильным управлением консерваторов в период Великой депрессии, либералы в конечном итоге одержали узкую победу в 1935 году, нарушив монополию консерваторов на власть и обеспечив либералам меньшинство в палате общин. Следует ожидать, что наше текущее положение. Хотя либералы захватили пост премьер-министра, их победа была связана с определенными условиями, поскольку правительство не смогло получить значительное большинство голосов. На каждом шагу ему мешало вмешательство изгнанников. Вдобавок к несчастьям Великой депрессии все чаще звучит критика, что в разрешении политической ситуации достигнут незначительный прогресс. Действительно, кажется, что попытки премьер-министра Даннинга разрешить Великую депрессию только что усугубили ситуацию. Премьер-министр Даннинг вызывает отвращение у многих либералов, которые считают его продавшимся изгнанниками, а у изгнанников, которые считают его двуличным в вопросе мелиорации. Сам Даннинг, как представитель фермеров Западной Канады, не может найти клан популярности в Канаде. Найти клин популярности в Канаде, где доминируют новые преимущества восточно-канадский класс изгнанников. Георг V лежит на смертном одре, не желая вмешиваться в политические дела и ставить под угрозу хрупкую политическую ситуацию в Канаде. В то время как старый король слишком апатичен, чтобы конфликтовать с правительством, его сын и наследник Эдуард часто конфликтуют с либералами, а канадская общественность расколота на тех, кто хотел бы, чтобы дело дошло до конца, и тех, кто предпочел бы отказаться от связей с короной и французскими изгнанниками в Африке. Консерваторы, ожесточенные и возбужденные некомпетентностью Даннинга, обратились к Ричарду Бедфорду Беннету, лидеру партии после того, как Артур Мейган сдал лидерство после поражения в 1935 году. Беннет обещает быстрые экономические реформы и примирение с изгнанниками, а также обещает сделать все необходимое, чтобы обеспечить участие Канады в освобождении Британии. Хотя положение Даннинга кажется ненадежным, большинство либералов сомневается, что им удастся повторить победу 1935 года с Даунингом во главе. Как это волнующе. Наследник. Британская революция изрядно потрепала нашего любимого короля Георга V. Падение британских островов под натиском синдикализма оказалось достаточным, чтобы король, который ранее считал себя реформатором, задумался об отречении от престола. Хотя король,
в конечном итоге решит отказаться от этого, отказавшись бросить своих подданных в их самый темный час, он отошел от государственных дел, настаивая на компромиссе с несколькими уступчивыми правительствами, чтобы сохранить мир. После ухода короля его сын, принц Эдуард, взял на себя многие обязанности короля, став обаятельным и симпатичным общественным деятелем, которым могут гордиться как франкофоны, так и англофоны. Несмотря на это, Эдуард показал себя гораздо более бескомпромиссным в сфере политики. Многие предсказывают, что Эдуард вступит в конфликт с либеральным правительством, когда его отец в конце концов придет... Что? Тут как-то странно написано. Отец в конце концов придет... отойдет от власти. Потому что, ну как это придет, он сейчас у власти. Независимо от политических вопросов, король показал себя послушным, стоическим и непреклонным перед лицом синдикалистской тирании. Несмотря на то, что Эдуард стал первым британским королем, который не будет коронован в залах лондонского Вестминстерского аббатства, он намерен стать последним. Ух ты, он такой очаровательный. Ну и у нас есть права наблюдателя в концессиях. Неплохо. Это хорошо, это нам надо. А вот и смерть короля Георга V. С момента падения его любимой империи здоровье короля Георга V сильно ухудшилось, неизменно чередуя приступы дряхлости и яростной ясности. Король отказался от большинства своих официальных обязанностей, лишь изредка совершая публичные выезды для поддержания видимости. Его старший сын Эдуард занял место отца на большинстве официальных государственных мероприятий, поддерживал шестеренки монархии в рабочем состоянии, пока его отец постепенно отходил от дел. Последние несколько месяцев были особенно тяжелыми для старого короля, а тяжелые приступы бреда стали обычным явлением. Прямо этих приступов король часто испытывал яростные галлюцинации, когда он возвращался в Лондон и выходил из сознания, описывая в лихорадочных тонах дикие кошмары о том, что за ним охотятся демоны-синдикалисты, и лихорадочные видения о том, что он лично изгоняет красных дьяволов из Лондона. Хотя были предприняты попытки лечения его болезни, похоже, все было напрасно. Вчера в 11:55 вечера король скончался после приступа сильной лихорадки. Официальные отчеты утверждают, что король мирно заснул, однако более мрачная правда заключается в том, что королю была введена смертельная доза кокаина, и все для того, чтобы о его смерти сообщили в более престижных утренних газетах, а не менее подходящих вечерних. Королевская семья, в первую очередь его сын Эдуард, поддерживали эвтаназию, чтобы врачи могли прекратить страдания короля. Конечно, не все согласны с тем, что короля усыпили, чтобы избежать ненужных страданий для некоторых мотивы. Для некоторых мотивы Эдуард отмечены гораздо более зловещими намерениями. Эдуард не соглашался со своим отцом по многим вопросам, главное из которых было его мнение, что самые священные институты британской либеральной демократии вторичны. Стремление вернуть себе британскую родину. Джордж горячо не соглашался с этим, заявляя, что если мы не сможем защитить наши демократические институты, мы будем не лучше синдикалистов. И более того, утверждая, после моей смерти мальчик погубит себя в течение 12 месяцев. Эдуард всегда мстительный и упрямый человек. Он не мог избавить своего сына от страданий, позволив ему умереть, чтобы империя могла жить. Независимо от его роли в смерти короля, принц Эдуард унаследовал трон, как Эдуард VIII, и ожидается, что он обратится к нации в течение месяца. Официальная коронация состоится через несколько месяцев после официального траура по королю Георгу. Империя вступает в состояние траура. Фокус, речь короля разблокирован. Рост базы стабильности минус 5%. Ну да, речь короля должна быть разблокирована. Ну, это понятно, это здесь. Вот он, Эдвард VIII. После смерти своего отца, короля-императора Георга V, Эдвард Виндзор был коронован на пышной церемонии в Оттаве. Молодой монарх, особенно торжественно возведенный на престол, наследовал империю. Несомненно, тень ее былой славы, и королевство, оккупированное революционерами-синдикалистами,
Неустрашимый король Эдуард прежде всего поддерживает желание, чтобы знамя Соединенного Королевства снова гордо развивалось над британскими островами. Вот так вот. И у нас открыт фокус. Речь короля. Эдуард, принц Уэльский, будет коронован королем-императором, поскольку канадская политическая арена состоит из двух основных фракций. Одну возглавляет либеральный премьер-министр Маккензи Кинг, другую же консервативный Беннет, а также изгнанная английская аристократия. Сейчас же Эдуард популярен по всей Канаде, и его одобрение может стать решающим для обеих фракций. Произойдет событие первого выступления короля. Так, делегация из Трансамура. Сегодня делегация от военной хунты Трансамура прибыла к его величеству Эдуарду VIII. В своем выступлении посланник рассказывает нам о былых временах. Это король Георг V поддержал неудачный переворот Колчака в Петрограде. Он полагает, что на этот раз изгнанный адмирал победит, но ему снова нужна поддержка Антанты. Мы не обязаны помогать Колчаку, но может быть он не такой уж и бесполезный, что мы должны ответить. Но пока мы не знаем, что произойдет с Россией, можно поддержать Колчака. Но небольшая помощь, мы не будем прямо раздавать подарки. Потом небольшой помощи достаточно. Черт, черный понедельник бьет по Канаде. Как раз тогда, когда мы думали, что почти прошли через период затишья Великой депрессии, немецкие экономические рынки пережили массивный крах, получивший название «Черный понедельник». Хотя канадская экономика не так привязана к немецким рынкам, как некоторые из участников, пульсации ощущались по всему миру, особенно в Соединенных Штатах, рынке, от которого мы особенно зависим. Эту рецессию трудно пережить, хотя премьер-министр Кинг заверил страну, мы справимся с этим. Так же, как и с темными годами. Пришло время нам объединиться и работать так, как мы никогда раньше не делали. Опять неприятности. Ба! Да, просьба стабильность -5%, Великая депрессия будет изменена. Ну да, ухудшится ситуация. Еще больше. Да, уж неприятненько. Первое выступление короля. Когда король Эдуард готовил свое первое радиообращение к империи, он должен подумать о том, каким будет его послание. Тайный совет, конечно же, призывает его продвигать идею возвращения родных островов. Беннет, лидер консервативной партии официальной оппозиции, предлагает ему использовать свою платформу, чтобы поддержать их на предстоящих выборах, говоря, что это гораздо лучше послужит делу войны. Другие же считают, что поддержка нынешнего премьер-министра и правительства будет способствовать примирению и сохранению стабильности, хотя это также может быть расценено как молчаливое одобрение позиции либеральной партии. Будет готовить нацию к войне. Ну, давайте поддержим либеральное правительство, потому что мы хотим все-таки... Хочу я поиграть за них, поэтому выберем вот так вот. Выберем их. Так, у нас тут еще есть фокусы личные. Так. Но это чуть позже будем качать. Поэтому возьмем пока что статус тайного совета. Британское правительство в изгнании с самого дня падения империи объявило об экстренной ситуации, которая требует придать все полномочия власти тайному совету короля. Прошло уже 10 лет, и многие стали задумываться о необходимости данного совета. Король Эдуард поддерживает правительство. В своем радиообращении король обратился к нации и наэлектризировал ее. От Ванкувера до Сент-Джона, Торонто до Арктики канадцы повсюду гудят от возбуждения, услышав харизматичную сильную речь, прославляющую прогресс и потенциал Канады. В ней король Эдуард неожиданно похвалил правительство либералов и работу их правительства, выразив особую благодарность министру кабинета и бывшему премьер-министру Маккензи Кингу. По иронии судьбы, эти комментарии подкосили премьер-министра Даннинга, но в то же время привели восторг либералов, заложив последний гвоздь в гроб пребывания Даннинга на посту премьер-министра. Король заявил, что канадцам, да и всей Антанте, было бы полезно, если бы Маккензи Кинг возглавил страну в следующей войне. Сказал канадцам, что сейчас, как никогда, им необходимо объединиться в общем деле против врагов, которые угрожают им всем. 20 век будет веком Канады. Политическая власть меняется на плюс 100. На плюс 100, просьба за стабильность плюс 3, просьба за поддержки войны минус 5,
раньше набирал изменений популярности 5%. Также начался конфликт Доминиона Индии с Афганским Эмиратом. Мы, конечно же, вступим в эту войну. Поэтому сейчас будем разбираться тут с Афганом. Наши войска, когда прибудут. Черт, плыви сюда, дебил. Блин, а то он решил обходить тут. Король Эдуард комментирует войну. Король Эдуард недавно выступил в канадских газетах, комментируя войну с Афганским Эмиратом, говоря, это еще не конец. Мировой порядок, установленный после окончания Великой войны, сейчас рушится. Империя должна быть готова. Мы не можем отпустить голову в землю и желать, чтобы все было иначе, чем есть. Потому что так или иначе войны за границей придут к нашим берегам. Комментарии короля были восприняты как молчаливая поддержка Беннета и консерваторов. И многие канадцы неохотно соглашаются с этим. Я вижу. Ну, мы как бы спасаем своих союзников. Все-таки. Так или иначе. Но я думаю, что ладно. Давайте на сегодня закончим. Все-таки мы не проведем пока рыночных либералов в власти. Потому что еще выборы будут только в октябре 1936 года. А еще играть очень много. Много тогда будет серия очень длинная. Но я на сегодня закончу, потому что это такая вводная серия. Просто мы обзорно посмотрели, что обновили, какие новые нацдухи сделали, какие новые функции, новые фишки добавили. А уже в следующей серии мы уже проведем либералов и начнем дальше развивать нашу страну. Потому что тут еще надо прокачать 4 фокуса, подготовить Бель 7, чтобы вот к выборам выйти. Вот. Вот так вот. Поэтому я думаю, что прохождение будет интересным. Вам очень понравится. Как и мне. Мне пока очень нравится, как реворкнули Канаду. Очень здорово все сделали. Меня пока все устраивает. О, тут, кстати, можем еще что-нибудь покачать. Но уже в следующей серии все это прожмем. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Обязательно комментируйте и ставьте лайки. Это помогает продвижению видео. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой дискорд-сервер по ссылкам в описании. Ну и знайте, что самое интересное еще впереди. И интересное точно будет. Всем удачи и пока. Пока-пока.